мы снова вместе. Сегодня я вам покажу, как готовить овощное блюдо из гороха, зеленого боба и артишока. Для этого нам необходимы следующие ингредиенты. 3 артишока, 300 грамм зеленого боба, 300 грамм зеленого свежего гороха, 1 красный лук, зубчик чеснока, петрушка, оливковое масло, овощной суп, соль и перец по вкусу. Начинаем чистить наши овощи. Срезали ножку артишока вплоть до основания, оторвали внешние лепестки, нарезали их на кусочки и положили в воду с лимоновым соком, чтобы не потемнели. Также нарезали лук, приготовили зубчик чеснока и наши бобовые овощи. Как вы можете заметить, они очень свежие. Начинаем готовить. В небольшой кастрюле наливаем оливковое масло, так, чтобы покрыло дно. Выкладываем нарезанный лук и зубчик чеснока и жарим их на маленьком огне, приблизительно на 10 минут, перемешая. В это время вынимаем наши артишоки из воды. После чего подрумянили лук. Добавляем очищенный горох и боб. Обжариваем все вместе около 10 минут. Добавляем черный перец. Перемешаем. Для изготовления этого блюда нам необходимо около 30 минут. А сейчас добавляем заранее приготовленный овощной суп. И только после этого упускаем наши артишоки. Если необходимо, добавляем еще немножко супа. Перемешаем и варим где-то 20 минут. Накрываем крышкой. Напоминаю, что для изготовления этого блюда необходимо 30 минут. Проверяем. Видим, что блюдо почти готовое. В последнюю очередь насыпаем немножко мелкого нарезанной петрушки. И, если необходимо, немножко черного перца. Перемешаем. Наше блюдо уже готовое. Снимаем кастрюлю с огня. Для украшения можем использовать зеленый горох, боб, петрушку, в зависимости от вашей фантазии. Вылаживаем красиво на тарелку 2-3 ложки наших овощей.
поливаем немножко оливковым маслом. И вот наше блюдо готовое. Приятного аппетита!